Так, кипятим воду. Что засыпаем? Ну, гранулы очистительные. Это гранулы такие? Да, 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 да. А что за средство, как оно называется? Химия, короче, одним словом. Химия? Да. То есть без названия или как? Да, не знаю, как оно называется. Так. Специальная стать, химия, да? Которую стать тяжело пол. Достать. На пол? Давайте сейчас. Это у нас кипяток, так? Да. Это мы причищаем канализацию, да, так? Да, да, да. Вот. Жестко. Ну, она прочищает полностью, да? Угу. Еще немножко. Ну, вот так видишь, прям вулкан. Вулканическая химия. Она снимает и налет, и жир, все, да? Да, все полностью, чистит трубу. И даже, наверное, растворяет волосы, если какие есть, наверное, внутри. Вот. Так. Вот и все. Вот и все. И все, а потом... Не надо ничего? Не-не-не, все. Все готово, да? Да, сдаю оружие труда. Две минуты, и трубы чистые. Суперсредство. Две минуты, и трубы нету. Так. Название мы еще постараемся узнать. Постараемся выпутать. Но купить его в обычных магазинах нельзя. Нет. Это труба, это получается пластик, да, серая? Да, вот она. Ясно, ага. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!